Продукция сочинского мясокомбината привлекает посетителей выставки коллекции превосходных вкусов и ароматов. Можно попробовать и приобрести понравившийся деликатес. Я вам честно скажу, очень вкусная колбаса. Рекомендую, сейчас я скажу, как называется. Венская. Очень вкусная. Вы знаете, и даже мясо есть. Вы понимаете, когда хочется устроить себе небольшой праздник, мы берем именно эту колбасу. Сочинский мясокомбинат создан в 1937 году. Сегодня это лидер по объемам выпускаемой продукции на юге России. Сочинскую колбаску любят и покупают жители 400 российских городов Абхазии, Средней Азии, Белоруссии и Азербайджана. Все по ГОСТу и только из свежего мяса. Гарантия качества – многоступенчатая система контроля. Вот уже на протяжении 15 лет мы участвуем в данной выставке. На сегодняшний день наше предприятие активно ведет работу по подготовке к курортному сезону 2015 года по всему Черноморскому побережью Краснодарского края, так и Крыма. Продукция сочинского мясокомбината включена в список 100 лучших товаров России. Продукцию делают с душой. Элитные деликатесы изготавливаются вручную. Обширный ассортимент, более 350 видов колбас и деликатесов, более 20 наименований сосисок и сарделек позволяют каждому покупателю найти именно то, чего душа желает. Сочинский мясокомбинат – постоянный партнер здравниц и санаториев Черноморского побережья. Особая линейка для детского питания. Курортный сезон не за горами. Деликатесы сочинского мясокомбината на вашем столе – это хороший вкус.